Продолжение сегодняшнего у нас, да, испечение хлеба. Посмотрим, что у нас получилось. Что Марина тут настряпала у нас? Под руководством Володи, так, да, не все, Марина. Руководство. Шишки сейчас будут на Марине. А запах какой? И румяна, это какой вам приятно смотреть. Не так, не касайся. Это чисто. Касаться. Вот этим краешком. Пониже возьми, да, вот так. Да. И вот этим боком переворачивай. И боком вот этим ударяй. Вот так, да. Немножко неправильно взялась. Ага, во, все. Сразу этот хлебушек. Раз. Отсюда. Да, хоть как. Хоть так, хоть так. Руки. Ты же кошку гладил, куда ты садишься? Полосни сперва, вон. И он горячий. Обожгешь. Так, быстренько. Так вот я не прикасаюсь, а все получится. А пузырь как будто и остался. Я думала, он сдуется. Прикольно. Это изюминка у хлеба. О, вообще хлеб. Как магазинский получился высотой. Так только больше уже объема. Аккуратно. Обычно мы в рукавицах это делаем. Ладно, пускай она не трогает. А обожгет руку. Не надо. Уйди. Не надо. Больно же, ты еще горячая же. Ну что, хоть закаляет пальцы. Воду еще жрать. Вот еще жрать. Молодец. Так что. Тогда сама расставляй. Грязь-то такая же. Ага, а это что, не допекся, если не выпал? Нет, ты пробуй сильнее, ударь сильнее краешком. Вот. Боюсь, что раз. Просто большие булки. Ты же тесто хорошо клала. От всей души. Да. О, видал, какая килограммовая получилась булка, наверное. Вообще. Если не больше. Что, все? Нет, мы просто некуда же будет высыпать. А, ну давай. Не, близко не ставь. Она что-то не проветривается. Ага. Ой, наверное, еще бумажку надо, да? Или... Не, хватит. Все. Ну, хватит, конечно. У нас же всего 4 их. Шикарный хлеб, да, получился? Вообще. Сразу видно, что поле облизывается, стоит малина. Поменьше. А тут и формочка поменьше. Все, остынут, потом поставлю на место. Прям хочется так посломить. С молотком. В пост. Да, в пост. Да. Все. Принимайте, да? Да. Плохо, что видеокамера запах не передает. Да, запах такой. Слава Богу, да. Подожди, я. Ага, под цвет хлеба, да? Да, я такого счастья не видать.